Социально значимый бизнес поддержать. На заседании правительства распределены субсидии моногородам для малого и среднего предпринимательства. На эти цели выделено более 17 миллионов рублей. По итогам конкурсного отбора деньги распределены следующим образом. Более 11 миллионов рублей получит Фурманов, более 4 миллионов Тейково и 2 миллиона отправятся в Южу. Таким образом, запланировано поддержать организацию детской творческой студии, открытие физкультурно-оздоровительного центра, строительство бассейна, открытие клиники и стоматологического кабинета. Предприниматели получат поддержку в виде субсидирования части затрат. С большим уважением отношусь вообще людям, которые предпринимательством занимаются, особенно тем, кто такими, ну, неочевидно прибыльными видами деятельности, которые для наших жителей очень важны, социально ответственным предпринимательством. Поэтому, конечно, мы это поддержим. И я так понимаю, это деньги с федерального бюджета в основном. Да? Здесь у нас небольшой процент софинансирования. Да, 99% это федеральный бюджет, 1% у нас. Ну, надо и в будущем выбивать по максимуму такие гранты для наших предпринимателей, которые занимаются социально значимыми видами деятельности. Поддерживаем.